А дежурный 102 слушает. Вас избивает? Сколько человек? Двое? Че, справиться не можете? Ну, в одного глаза песок посыпьте, со вторым справляйтесь пока. Я так раньше делал, да. Глаза в глаза одному. Ага. Все не видит? Все, второго бейте пока. Ага, все, обращайтесь. Жверме, жверме, давай жверме. Алишер? Дежурный 102 слушает. Где вы на крыше, хотите сброситься? А что случилось? Кредит? Сколько взяли? 2 миллиона? Запишите номер. Да. Андрей, паспорт. 255-55-55, да. Он вам паспорт переделает, ваши данные переделает, банк вас не найдет. Да. Ага, спасибо. Так, вот наш сегодняшний улов. Специально снимаю видео для канала 3G Kaiser. Место не буду говорить, это секретный процесс. Да, вот он. Эй, сеть. Аккуратно. Вот она. Вот, видишь, Саня? Вот телухан. Рыбка золотая. Это надо дело обмыть. Да, сейчас обмоем. Да. Вот видите, живец сработал. Пошел я наливать. Вот он, наш рыбак главный. Так, тебе надо клещи. Так, подожди, живец должен быть живой. Живой ты? Живой он. Всем салам алейкум. 4 часа утра, 20 минут, 16 февраля. Мы опять собрались толпой на заповедник, на озеро Султан-Кильды. У нас, короче, две машины едут, 8 человек. И мы заряжены. У нас 220 живцов. 220. 4 бич-пакета отечественного производства. Паста «Мама», которая... Которая полезна для детей, вот эта реклама. Да. Короче, мы едем покорять Султан. Как всегда, Дима, Арсений, Аза и Дида. Дида вообще профессионал. Он сегодня заряжен жестко, короче. Все, давайте, дай Аллах, доедем, выйдем на связь. Так, наша рыбалка подошла к концу, мы собрались. Вот щука. Так, в итоге мы сегодня наловили около 40 штук. И сей нам сегодня отдался. Окуней надергали вообще просто, нормальный. Ну вот. Всем рахмет. Диги, рахмет за рыбалку. Все, давайте, всем пока, до новых встреч. Не, надо намотай на это. Все, вызволяй своего крокодила. Шумовки долго. Переворотки, рубеха. Ударил, ну ладно. Опа, по нему бежал, он переворот. Только вот так вырубать. Края лунки, видишь, это расширяй потихонечку, но порыве старайся не бить, жалко. Thank you.
Потихонечку, ну. Нифига себе сказал я себе, тяни-тяни. Да это не то слово. Тут больше десятки. Ёперный бывай. Помнишь, я тебе сказал, ты должен взять на 15 килограмм? Вот она есть, 15. Тут больше 10. Ну что ж, мои поздравления. Вот сапог 10 размера. Да ладно, сделай фотосессию, возьми, я нафотографирую. Извини, братан, надо. Все, я видео останавливаю. Салам. Специально для обзора, Григорий, для тебя. Вот наловили карасей. Вот. Вон. Приехали втроем. Я, Кайрат Борода, Жахслык и Руслан. Сегодня 20 число февраля 2018 года. И сейчас еще хочу удивить. Я здесь зимой первый раз такого ловлю. Думал карпа тащу, оказался карась. Вот килушник мне. Сам удивляюсь. Григорий, тебе привет от моего сыночка Данияра. Уважает, ценит тебя. И еще привет большому моему другу Азамату Калиеву. Вот так мы сегодня и порыбачили. А сейчас собираемся домой. Давай, счастливо, всем удачи. Малейкум. Привет каналу 3G Казер. Рыбакам Астаны. Вот сегодня мы вот выехали на Шулак. Вчера Григорию пообещал видеоотчетчик по Шулаку. Вот с Агатаем выехали. 10 жерли сегодня поставили. Ну круто отрыбачились, в общем. Кто-то говорит, что Шулак мертвый. Ничего, не он не мертвый. Сколько езжу сюда, проблем нет с рыбой. Всегда. Всегда домой с рыбой. Глубина здесь от 2 метров до 3 метров. Глубина радует. И рыба. Вот, видите. Это еще не все. Там туда еще идти надо. Там еще столько же лежит. Ну, где-то около 50 головы поймали. В общем. Так что. А заповедник, они вообще обнаглели. Туда вообще не стоит ездить. Уже вход с человека. 3000 сделали. Это вообще совесть потеряли. Вот как-то вот так вот. Давайте, всем удачи, не останьте чешуи. Приветствую всех. Вот решил попробовать два бура и шуруповерт. Бошевский 85 ньютон на метр, 18 вольтовый, 4 ампер часов. В том году бурил вот этот, как, барнаульский. В этом году взял моровский, правосторонний будет. Разницу что-то особо не почувствовал. Все, давно хотел приехать, пробурить, посчитать количество лунок, кто что бурит. Два аккумулятора одинаково заряжены, сейчас они у меня в куртке, в тепле, чтобы не разряжать. Бензобуром, блядь, по-моему, тяжелее. На паузу, да, пока поставить. И что, второй аккумулятор тоже одинаково заряжен. Можно было даже поделение, да, показать им. Вот,
Все, тут уже все. И он крутит этот в левую сторону, а тот в правую сторону. Курил этот в том году им, в этот специально взял морозки, потому что в правую сторону на мощнее будет крутить. Ну разницы... Ух, блядь. Да не бойся. Разницы я особо не почувствовал, что тот бурил, что этот бурил. Шестнадцатая, походу. Там 16,5, короче. Все, 18 лунок. 18. Итого там у нас было 16-17 недобрило, да? Это получается на 2 лунки больше. Что хочу сказать, что этот бур стоит 16 тысяч, тот стоит 55. На него только ножи стоит 16 тысяч, как этот бур. Поэтому муровский бур не обязательно покупать дороже. И этот бурит еще даже, по-моему, легче бурит, чем тот, гораздо, прям руками чувствуется. Шуруповер тоже в том году у меня был 14,4 вольта, тоже 80 ньютон на метр. Стоил дешевле, 144, по-моему. Бурил так же, как и 18-вольтовый. Я вообще разницы не чувствую. И количество лунок, по-моему, тоже сам было одинаково. Так что лишнее можно не перепачить, а брать барнаульский бур 14,4. Ну, можно пускай 18. Может быть, все-таки его все равно будет дороже. Ну, вот такой обзор. Всем привет. Всем салам. Ну что, испытываем бензобур. Вот, ребята, инженеры. Инженеры-технологи. Да. Они, короче, собирали. Пойдет. Вот поперла. Поперла хата марганцовка. А, нет. Что-то улетело в лунку. Утонуло. Бля, нет, хорошо, что она не до воды. Что там? Что там? Ну, конечно. Ну и давай еще с перемотом. Тема бодрая. Испытание по максимальной шкале на 7,3. Как бы. На 7,3. Да. Ну, своей работой довольны. Все инженера смотрят, вот они тут разбирают. Детище. Тут же сейчас этот. Все, сняли. Все, все сняли и завтра понесли. Завтра будет небольшая доработка. Все. 24 февраля. Приехали на Грибаново, таких клещей помали. И поймали окуней. Там с той стороны, где мы подъезжали, там можно было подъехать. Да. Чё? Подержи. Посмотри сюда. Поцелуй. Ты сказала, еще одна сработка и будешь
и будешь фоткаться. А я все равно засняла ее. Так что жди в этом 3D-кайзер. В Ютубе. Рыбачка сон. 25 февраля. Шолак. Всем привет. Специальный обзор для канала GGG Kaiser. Выехали сегодня на Сабунды. Воскресенье. Сегодня. О, карасями. Это за папин улов. Это вот мусор. С собой забираем. Всегда не оставляйте за собой мусор. Это очень плохо. И вот мой его. Что-то там. О, даже сегодня вот такой ёрзик. Не отпускаю его. О, выкинем его. Мы его не едим. Почему я его не отпускаю? Потому что он будет продолжать толпить, если его не, если его отпустить. Вот мой его. Вот папин. Папа сегодня взял вот такого вот карася. Вот такого. У меня такой только один попался. А у меня поменьше, у меня скромно. Вот. Ну вот, есть, конечно, экземплярчики тоже. Где мой ящик? Ящик есть. Такой ящик. Вот такой карась. Сегодня я папу, короче, обловил. Вот есть черненькие караси. Где они? Вот черненькие караси. Всем не хвоста, не чеши. Всем. Вот мы приехали в город. Выкидываем мусор. Чтобы на водоемах не было грязно. 25 февраля. Озеро Жарлыкой. Простояли до 4 часов. Но я считаю, что клев слабый. 3000 это дорого. Не стоит оно того. Поймали всего 4. Куча народу уже поуезжало, но было нормально. О, засняло недорого. Дорога, конечно, 50 на 50. По трассе отлично, а по полевой кишки можно растрясти. Поэтому смотрите сами. Помахайте. Вот сегодняшний вечер улов. Вот такая щука. Окунь. Окунь был 1.5 кг. По локоть. Даже, не, 500 грамм окунь. 25 февраля. Вот так вот. Плохо идет сегодня рыба. Пока всем. Ромка, здорово. Как я тебе и говорил, собирался на рыбалку. Думал, сначала один поеду. Позвонил Ванька, поехали вдвоем. Поехали на Сабунды. Сначала приехали на шлюзы. Там вчера поймали налима. Ну, я дурканул, думаю, тоже посмотрим, поймаю налима. Оказалось, что там вообще жопа, говно.
больше никогда туда не поеду. Там сети ставят, на дергач ловят. Где? На дергач, на сети, там на лимба зарнет попадается. И судак. Ну все попадается. А так вообще ничего не берет. Ни на жерлице. На жерлице вот один вчера поймал, там на лиму на 2 килограмма. И все. Было принято решение переехать на левую сторону от шлюзов. И вот смотри, итог нашей сегодняшней рыбалки. Это еще не конец. Это еще не конец. Это еще только вот вечер. Вот итог. Вот это смотри. Вот это чудовище. Поймал Ванька. Смотри, карась как карп на. Вот так вот, братан. Давай, приезжай. Тоже поедем. Все, давай. Где там только сачок? Уже замерзло. Ну-ка, сходите. Сейчас там пробурил. Сейчас там нефть пойдет. Да. Странно, чисто карась идет. Короче, подъехал опять к речке, он повымывало все. То есть землю видать, то есть дно. Лед чуть-чуть остался, там снег еще лежит. Хотел пройти туда, но воды здесь много, сапоги надо большие. Где тебя водичка? Ух ты, провалился водичка, вот. Бежит. Ох. Вот так, короче. Течение усилилось еще больше. Когда я подъезжал, вот этого не было размыто. Сейчас уже вымыло все. И лед сожирает вода. Лед хорошо. Алейкум, пацаны. Этот пластмасский, как всегда, ломается. Решил сделать с USB. Прорезал, вставил флажочек. Вроде ничего, попробую. Будет интересно разбухать, не будет. Такие кругляшки надел, подрезал. Попробую в воскресенье, потом наберу, скажу, ништяк, нет. Подвязки клюют. С литровую бутылку даже чуть больше. Классно их потаскать можно. Чуть ли леску не рвут, если притопить можно и порвать. Мы начинаем репортаж с очередной рыбалки. Поехали мы на рыбалку на зимку 13 февраля. Из-за того, что 13 февраля Lexus перевернулся. И нас было трое. Все живы-здоровы. Lexus тоже, в принципе, живой. Ну, там дверка помята, правда. Ну, в общем, вот так порыбачили. Отрыбачились, теперь едем домой. Нормально? Вот так ездят на рыбалке, пацаны.